Американец Майк Хезл. Ну, наверное, попал, да? Пока. Пока. Может, на какое-то время. Ну, на какое время, на какое-то время, да. Если это его устроит. 78-17. Восьмой результат. Ярвинка. Ну, у него пока 77, там 22. Нет. Ну, прибавил, наверное, чуть-чуть, хотя и не так много. Потом будет дрожать в ожидании. Ну, 79-48. Ну, он, наверное, попадет все-таки. Это хорошо, но он Макарова делает шестым. Украинец Авраменко. 70-85 надо метать, как минимум. О! Ну, добавил к своему-то результату тоже. Семьдесят семь сорок четыре. Ну, вроде попал. Ну, первый. Порадовал народ кубинец. Но сальто. Уже не хочется. Сказал что-то. 82-50. О! Второй, который выполнил квалификацию после японцев. Только одно огорчение, что Макаров становится седьмым. Да. Да уж, 12 результат делается, 77-44. Ну, что здесь смотреть? Ясно, что во второй группе 78 уже вопрос стоит, попадет ли нет. Да. А здесь 12, что смотреть?
Но эти задирают, ребята. Кто там? Ракс. Ракс. Сейчас еще китаец. Торкельсена 80. Кричит что-то. Кричит что-то. 76-87. Конечно, это маловато. Что там? 77-44 уже 12 результат. Ну, там чуть добавил. Семьдесят семь, 65. Ну вот этот результат и является сейчас 12-м. Ну и вот Торкельсен. Но у него было уже за 80. Куда-то задирает высоко, ну, да? Слишком траектория, конечно, не очень хорошая. Так чувствуется сила, мощь. Ну, этого там хватает, ну, да. Да, траектории нет. Само и копье не летит так далеко. 79-93. Ну, у него было за 80, так что... Чех веселый. Да, вот и эта вот картинка. Посмотрите, да, вот эту табличку, которую мы вам, собственно, постоянно озвучивали. Да. Сергей Макаров 7-й будет ждать сейчас выступления уже 2-й. 7-й далековато немножко, да. Далековато. Примерно через час небольшим выйдет 2-я группа, 18:15 по берлинскому времени. Да, вот увидите, 77-65, это результат китайца, который пока еще, пока, ненадолго дает право. Сейчас небольшая реклама. Идти или шел в лидеры, но потом у него что-то, в общем, с желудком, поэтому пришлось ему остановиться. Остановиться, когда уже после этого ему стало хуже, хуже, естественно, и он почувствовал себя не очень хорошо, и когда уже он... Видно было, что уже нет борьбы за медали, и вообще начал отставать. И тяжело стало ему идти. Сойти, да? Да, пришлось сойти. А Сергей Кирдяпкин, наоборот, он не дергался, он шел своим темпом. Он не старался дергаться, потому что лидеры менялись, а он как взял один темп, он шел своим темпом. А вот то, что они дергались по ходу, другие спортсмены, и австралийцы, и другие, естественно, они хотели оторваться от россиян. А темп взяли высокий, но потом они сами не выдержали темп, который они взяли. А Сергей, наоборот, он шел своим темпом, и в итоге он не прибавлял и не сбавлял. И вот это вот как раз, эта установка была Виктора Михайловича Чогина, чтобы идти своим темпом. Он так сказал: Сергей, ты не торопись, не дергайся, не ты их будешь догонять, а они сами к тебе придут. И, естественно, тренер был прав, и получилось очень грамотно. Вот. Скажите, Михаил, а вот еще вот Сергей выиграл в 2005 году, а потом вот как-то его отошел в тень. Что вот было в эти годы с ним?
Сергей, значит, был чемпионом мира в 2005 году. Да. После этого, значит, он поехал на Олимпийские игры, но там было неудачное выступление, потому что он в команду сначала не отобрался, а потом его взяли как бы дополнительно. Он, естественно, подготовку пропустил. Да, но после этого его хотели списать в сборной России. Естественно, там, мол, он уже... Ну, как бы карьера его закончилась, что мы будем его возить. Были даже такие предложения. Давайте, мол, его это. Но видите, Сергей Чогин был прав, Виктор Михайлович. Настоял на своем, да. И, естественно, надо сохранить. Это великий спортсмен. И он был прав. Вот. И вот видите, сегодня он доказал, что он на самом деле сильнейший в мире. Это не случайный спортсмен. Случайно один раз чемпионом мира не становится. А если он уже доказал, что второй раз чемпионом мира стал, да, это, несомненно, огромный успех Сергея Кирдяпкина. Ну, вот вы видели, сейчас нам показывали попытки копьеметателей, которые пока не выполняли. А вот Вадим Василевский только что на ваших глазах как раз это и сделал, бросил. Ну что ж, спасибо, Михаил. Ну вот, я пользуюсь случаем, еще раз хочу поздравить всю нашу республику Мордовия, Николая Ивановича Меркушкина, всю команду, которую нас сюда отправили и делают для нас, для спорта, для тренеров, для руководителей все возможное, чтобы спорт нашей республики развивался. Не только легкая атлетика у нас, и борьба развивается, и тяжелая атлетика, и многие-многие виды спорта. Поэтому мы очень благодарны, и нам повезло с главой республики, что не только спорт есть развитие и в сельском хозяйстве, как я уже говорил, есть развитие и в промышленности, и многих-многих другие. И сегодня наш город процветает и на самом деле входит в число лучших городов России по благоустройству. Это немаловажно, потому что не только спорт развивается, но и в целом республика растет. Спасибо огромное. Да, спасибо вам, Михаил, и желаю вам дальнейших успехов. Спасибо. Так что мы осенью на потом разберемся. То есть там особенно-то нет ветра. Антипускайнен. Метай. Вот копьеметателям там совсем худо. Во-первых, против вот дождя метают. Дорожка делается скользкой. Но вот немножко повеселили, зажгли лампы, осветительные приборы. Все-таки, ну как-то дождь уж больно такой долгий. Да, по идее, хотя летом быстренько прошла бы. Антирускайнин 78-69. И он видит... Ну, истину, как важно выполнять в первой попытке квалификацию, да? Все, кто сумели это сделать... Ну, после двух попыток таково положение. Я не знаю, что сейчас какое решение. Еще окончание попыток. Ну, по идее, нельзя, наверное, заканчивать. Так? Нет, это конечно. Несправедливо. Или тогда... Что там? 12-й результат, 77-37. Копия приносит. И вот посмотрите, как раз вот за этой попыткой Шона Фори. Смотрите, так в падении, вот как он послал. Видите, как раз в эту линию, и на которой был Сергей Макаров, увы. Ну вот сейчас будет метать, по-моему, Александр Иванов. Да. Да. Ну, Саша. На тебя вся надежда. Надо метнуть 78-69. Нет. Боюсь, что нет. Нет, ну не 78, конечно. Это вот мы смотрим просто в реальном времени, а... Спускался с ним, говорил, он говорит,
вот этот перерыв, конечно, сильно сказался. Конечно, он сбил с настроя, говорит, обидно, говорит, не получилось. Вот вторая попытка у него соскользнула копье, как раз начался уже дождь. Ну, а здесь, ну и кроме того, он говорит, что он все-таки, у него была операция плеча, и мало соревновался, мало стартовал. Вот. Ну что делать, жизнь продолжается, надо дальше стремиться. У него, он молодец, он хочет улучшить свой результат, это всегда приятно.